Ямал пополнил запасы вакцины от коронавируса. В эти выходные на окружной склад поступила очередная партия антиковидных вакцин. В регион доставили более 10 тысяч доз гамм-ковид-вак «Спутник Ви» и 20 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ямальцы продолжают успешно формировать коллективный иммунитет к коронавирусу. Так, на сегодняшний день первым компонентом привито более 165,5 тысяч жителей арктического региона. Более 53,5 тысяч северян полностью завершили курс вакцинации. Жителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 более полугода назад, приглашают на ревакцинацию. Это позволит восстановить уровень антител, достаточный для защиты от вируса. Около 1500 ямальцев уже прошли процедуру. Вакцина в регион поступает регулярно. Всего с начала прививочной кампании в рамках нацпроекта здравоохранения Ямал получил более 255 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни в округе стартует прививочная кампания от гриппа. В регион уже доставили более 128 тысяч доз Совигриппа и Ультрикс Квадри. Медики напоминают, что интервал между процедурами вакцинации от коронавируса и гриппа должен составлять не менее одного месяца.